Дорогие друзья, давайте сейчас примем резолюцию нашего митинга, потом перейдем к вопросам зала. Эта резолюция уже была единогласно принята на митинге в Кимовске. Вот давайте я зачитаю вам ее пункты. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюбину. Мы, ниже подписавшиеся, возмущены резко завышенной стоимостью услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, необоснованно завышенным нормативом накопления ТКО, отсутствием мусороперерабатывающей инфраструктуры, обещанной инвесторами, и требуем немедленно остановить проведение мусорной реформы на территории Суворовского и других районов Тульской области. Правительство Тульской области еще на этапе обсуждения проигнорировало необходимость проведения широкой общественной дискуссии, чем подготовило в Тульской области социальный взрыв. Сопоставляя позицию руководства других областей России, отваживших мусорную реформу, с действиями правительства Тульской области, становится очевидным нежелание чиновников слышать волю народа и опираться на мнение большинства потребителей коммунальных услуг, в связи с чем мы вынуждены обратиться к президенту России и губернатору Тульской области с настоятельными требованиями. Первое – это пересмотреть тарифы на вывоз и утилизацию коммунальных отходов в сторону двукратного уменьшения. Согласны? Да. Вернуться к ценам 2018 года, запретить повышать тариф выше размера официальной инфляции. На время пересмотра тарифов и нормативов удалить из квитанции ЖКХ услугу за вывоз мусора. Передать полномочия по определению норматива накопления коммунальных отходов органам местного самоуправления. Перевести жителей сельской местности на договор за вывоз ТКО по мере накопления. Предоставить льготы по тарифам для инвалидов и детей войны. Представить подробный отчет, на каком основании в Тульской области установлены одни из самых высоких тарифов ЦФО. В Орловской, Калужской и других областях страны тарифы в полтора раза ниже, чем в Тульской области. Предоставить подробный отчет, на каком основании в Тульской области были выбраны действующие региональные операторы, которые на деле работают как обычные посредники, которые взяли на подряд организации, которые и так вывозили ТКО до мусорной реформы. Вместо частных компаний создать государственный единый региональный оператор. Уже почти год мусор Москвы с ведома правительства Тульской области возят на мусорные полигоны Тульской области. Чиновники обсуждают возможность увеличения мусорного потока из столицы. Мы требуем немедленно прекратить вывоз мусора из Москвы в Тульскую область. Мы требуем отправить в отставку дискредитировавшие себя перед жителями области и не справившиеся со своей работой бездарное правительство Тульской области под руководством единоросса Шевина и сформировать правительство народного доверия. Согласны? Мы просим губернатора Тульской области назначить вместо единоросса Шевина председателем правительства Тульской области депутата-коммуниста Алексея Лебедева, которому мы доверяем, и чтобы он сформировал новое правительство региона, которое защитит всех жителей Суворовского района и Тульской области от антинародной мусорной реформы. Вы согласны? Да! Кто за данную резолюцию, прошу проголосовать. Принято единогласно. Уважаемые товарищи, спасибо большое за доверие. Я лично уважаю Алексея Геннадьевича Дюмина. Он у нас беспартийный. И если он примет такое решение, я готов работать в его команде под его началом, чтобы разобраться, в первую очередь, с этой мусорной реформой и защитить своих земляков. И разобраться со всеми проделками, которые натворило региональное правительство. Спасибо.
Дорогие друзья, вот эти все требования, которые мы сейчас приняли, мы написали на подписном листе. Вот девочка Светлана. Светлана. Одну секунду. Мы эти, подходите, оставляйте свои подписи. Те, кто хочет собирать своим соседям, своим коллегам по работе, берите подписные листы, я лично выдам всем, кто хочет взять подписной лист, обменяемся телефонами. Давайте вместе бороться против этой мусорной реформы.